Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть людей. Открываем дверь. Какой человечек пропал? Умнички, конечно, желтый. Вот он вернулся. А ну-ка, давайте закрываем глазки. Ночь. Открываем день. Какой человечек пропал? Какого цвета? Голубой. Голубой, точно. Вот он обратно вернулся. В доме какого цвета жить, как вы думаете? Синий дом. Так, а оранжевого мы в какой дом заселим? Оранжевый. Оранжевый. Так, а синего в какой дом заселим? Голубой. Голубой, замечательно. А желтого? Желтый. Желтый. Красного? Красный. А зеленого? Зеленый. Один, два, три. Начало игры. Только вопрос. Сколько же нам взять человечков? Мы с вами берем один, два, три человечка. Три человечка. Алька берет сколько? Много. Люди, по дорожке. Вот, Дулечка, иди, моя солнышко. Давай, иди, идем по дорожке. Не, по дорожке нужно, Вадима. По дорожке, давай. По дорожке. И у тебя остался зеленый. Молодец. Ника, надо поправить одного. Видишь, упал, вывалился из тележки. Синий, Ника. Мне Кость. Поправь, пожалуйста, синий человечек. Молодец. Алис. А второй какой? Нет. Умничка, молодец. Так. Ника, мы справились с заданием? Алиса, справились с заданием? Мы всех человечков собрали? Давай. Камушки хорошо преодолевают. А где наша Леночка? Поворачивайте к Леночке. Прямо к Леночке они приехали. Орешка, прямо к Леночке. Девочка и мальчик. А если папа и мама, то тогда женщина и мужчина, да? Девочка и мальчик. А вы кто? Вы девочки или мальчики? Ариша, ты девочки. Кто? Девочки. Ариша, девочка. Держите девочку. Катюша, ты мальчик? Нет, я девочка. Девочка. Вероша, наверное, мальчик. Нет. Нет? И Вероша девочка? Ну тогда Оля мальчик. Нет, девочка. До человека есть части тела. Давайте поговорим, какие. Есть голова. Ну покажите, где голова? Давайте ее открепим, голову вот так положим рядышком на стол. Так, есть рука. Сколько рук у человека? Один, два. Две руки, абсолютно правильно. Кладем вот так все вместе части тела, складываем. Дальше, есть ножки? Есть. Ножки. Сколько ножек у человека? Один. Две ноги. Что есть у каждого человека? Покажи, где голова? Голова, где голова? Вот голова, да. Открепляем, кладем рядышком. Так, есть руки. Руки где? Умнички. Одна рука. Да, и еще есть одна рука. Правая и левая, да. Так. Есть ножки. Проверь, есть ножки? Ножки. Где ножки? Подожди. Ножки. Да? Вот так, да. Правильно. А теперь вторую давай ножку крепим. Умничка. Браво. Молодец. Давай мы ставим на руки.
Рукавички, абсолютно правильно. На руки мы будем одевать рукавички, а на ножки? Что это, как это назвать? Ботинки. Ну, это не совсем ботинки. Сапожки. Сапожки, согласна. На голову что мы будем одевать? Какую одежду? Это шапку. Шапку. А на тело что мы будем одевать? Комбинезон. Ну, комбинезон, он же одевается и на ножки, а вот из той одежды, которая у нас есть, это как называется? Что это за одежда такая? Куртка. Куртка, да? Или свитер, можно сказать. Согласны? Да. Но чтобы мы не перепутали, нам нужно, конечно, провести дорожки и соединить все... Даня, вода в автомате. Какой, Катюш? Зеленый. Зеленый. Дядю Нини. Что мы одеваем? Пату. Шапку. Давай соединим голову и шапку. Голову и шапку. Дядю. А на туловище мы что одеваем? Ты умничка. Проверяем. Хорошо. Ариш, а посмотри внимательно, а что ты на ножки там одела? А ну давай проверим. Катя, сейчас у тебя посмотрим. Так, Катюша, умничка, все правильно. Ариша, у тебя... Делась теперь, Ариша. Не, а, ты еще и на эти ручки одела рукавички, да, Арина? Умница. Давай, закрывай маркер. Так, так, очень красиво у тебя получилось, здорово, здорово, очень красиво. Голова круглая. А что это у нас на голове? Вот тут сверху. Что это? Как вот это называется? Алиса, что это у тебя на голове? Ника, что это у тебя на голове? Как это называется? Волосы? А на этой голове у нас есть волосы? Нет. Давайте сделаем красивую прическу. Смотрите, как мы будем делать. Алис, смотри внимательно. Желтый. Красный, желтый, красный, желтый, красный. И... Ариша, за красным какой цвет идет? Ришка, красный, а за красным какой идет цвет, Ариша? За красным идет какой? Желтый, умничка, давай крепить. Красный, желтый, красный, желтый. Нет, за желтым какой идет, Катюш? Желтый. Красный. Умничка. Красный. Да. Какой? За красным идет какой? Зимний. Желтый. Красный у нас, желтый у нас, это все красный, да? Давай. Сюда. Ты себе решила? Не, перевернуть. Красота. Перевернуть. Ника, какая красивая прическа получилась у твоего человека. Давай отнесем на выставку. Хлопаем нашим девочкам. Да, какие красивые прически. Наши ладошки поднимаем вверх, вверх, и машем, и кричим: ура! Ура!
руки. Маленькие – это колечки. Одеваем на пальчики. А большие – это браслеты. Одеваем на ручку. Колечки на пальчики, а браслеты на ручку. Чтобы красиво. Давай, большие, как браслет. Молодец. Бери. И колечки на пальчик. Колечки на пальчики. Да. Колечки. И браслеты. Браслеты большие. А колечки? И у нас остались. А теперь соберем все маленькие. Маленькие-маленькие колечки низко. А мы их кладем высоко. Высоко кладем. Тянемся высоко. Маленькие колечки низко. А кладем в корзину высоко. Умнички. Как это называется? Вот это. Что? Палец. Палец. Пальчики. Пальчики помогали. А у каждого пальчика есть свое имя. Вот эти пальчики как называют? Папа. Нет, это не папа. Это разве папа? Папа дома или на работе. А вот эти пальчики как называются? Большие. Большие, умнички. Вот эти пальчики. Сильные. Указательные. Они все время указывают, показывают нам. Привет, мизинчик. Где мизинчик? Вот он, мизинчик. Привет, безымянный. Безымянный. Привет, где? Средний. Безымянный. Привет, указательный. Средний. Привет, большой. Будем мы играть с тобой. Я поглажу свою ладошку. Поиграю с ней немножко. А теперь на второй ручке. Привет, 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 наша ладошка. Поиграем с тобой немножко. Привет, мизинчик. Мизинчик, где мизинчик? Привет, безымянный. Мизинчик. Привет, средний. Привет, указательный. Привет, большой. Поиграем мы с тобой. Я поглажу свою ладошку, как будто глажу нашу кошку. Похлопаем, 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 похлопаем. И капельки дождя поймаем, 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 поймаем. А теперь капельки дождя стряхнем, 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 стряхнем. Ой, а что это есть на ваших пальчиках? Это как называется? На что кончиках пальцев. Что это что такое? Как это? Ногти. Ногти. Молодец, Ника. А вот смотрите, на наших ладошках ногтей совсем нет. Посмотрите, сколько Оля пальчиков показывает. Один. А теперь Оля сколько пальчиков показывает? Два. Два ноготочка мы берем. По дорожке мы как крабики пройдем. И нашим ладошкам их ногти вернем. Не гуси, не конница, не горячий. Два, один, два. Умничка, тут ножки по дорожке. Крабики. А как Алиса ходила? А крабики как ходят? Так, красный где? Давай. Нет, где красный? Умничка. Умничка. Молодец. Молодец. Давай. Смотри внимательно. Какие у тебя? Молодец. Ноготочки синие? Стоп, не кусь, а подумай. Два. Синие. Где у нас синие ноготочки? Два. Правильно, давай ноготочки делай на каждый пальчик. Молодец. Молодец. Поправляй вот так вот, поправляй вот так вот. Раз, ноготочек. Все, пальчик. Ноготочки. Четыре. Давай, давай, ноготочек, давай. Нет, где же синий? Да. Да, да, да. Молодец. Пошли, крабика. У тебя какая ручка? Ну смотри, два пальчика осталось. Умничка, давай, давай. Зеленый? А ты зеленый. Давай, правильно? Давай ноготочки.
Молодец, молодец, вот так, молодец, поправляю, да. А у ноготочка какая форма? Круглая. Круглая. Давайте похлопаем нашим девочкам. Браво, какие мы молодцы. А ну смотрите, еще есть? Еще есть? Так, нужно все смотреть. А со второй снимаем. Много насобираем, да, вот так, молодец. Ручка, давайте. Смотри, вот так вот берешь. А он опять сюда, да? Давай. А вот еще с другой стороны. Давай по одному, давай. Умничка. Бери пальчиками. Пальчиками. Есть? Много! Молодец, давай. Зеленый и желтый, да? Собираем. Соберем много-много, много-много кружочков соберем. Не наносим, только на ладонь. Такие кружочки можно рисовать, да? К нам сегодня кружочек приходил. Умничка. Вот так. А теперь оставляем кисточку. Кисточку оставляем. Оставляем кисточку, оставляем. Так. Ладошку переворачиваем. Переворачиваем. Будем клеить? Никусь. Ага. Вот, еще бери, смотри. Бери стебелечек. Смотри, в сторону теперь пока. Мы клеим, смотри как. Давай. Смотри, стебелечек. Смотри, не, вот теперь клеим. Маш, вот здесь. А теперь переворачиваем, да, Никусь? Переворачиваем. Вот стебелечек, да? Давай. Вот. И клеим. Как будем клеить? Кисточку положи. Синий большой, бери а красный поменьше, маленький, да? Большой будет посерединке, а маленькие красные будут держи по краям. А всего сколько? И клеим посередине, вот здесь. Посередине. Давай. Давай, переворачиваем. Да, ты понимаешь? Я думаю, там хватит, Никусечка. И еще делаем тюльпанчик. Давай, красный тюльпанчик клеим. Давай, я тебе помогу. Ты кисточку отставляй пока в сторону. Давай, и клеим тюльпанчик красненький. Куда мы будем клеить? На, клей. Клей, куда будем? Вот сюда, на стебелечки, да? Травка. Такие полосочки. До конца резать не вот нужно. Так. Немножечко, несколько. Раз, два. Все. Видите? У меня получилась травка. Ой. Розовый, синий. Какой следующий должен идти цвет? Розовый, абсолютно правильно. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы кисточку опускаем клей, наносим на серединку капельку клея и приклеиваем на травинки. Вот так. Чередуя цвета.